Значит, что тебе еще раз, что ты хотела? Я хотела, какой день число. Сегодня 1 июня. День суббота. А в субботу мы не ходим на работу, а в субботу каждый день тренируем. Молодец. Молодец, за возом бегает, а я так и танцую, и пою. Все поумирали, а я не грущу. Если мне плохо, я думаю, у других что хуже бывает. И иду, вот по той будке зайду, она мне знает, молодой, а я сейчас одела козырек, воображаю. Завивку нет возможности сделать, а я кружку пива называлась, такая, как у Пушкина. У Крылова не могу писать стихов, 4 слова, учусь и выхожу. Осторожно, не поломай колеса! Сама поломается. Так, я вам делаю только себе, дорогой. Спасибо, тебе тоже не хворать. Спасибо, значит. Спасибо. Как тебя зовут? Звать разорвать по мере лопнуть. И ни мамина, ни папина на улице росла мне курочка сестра. Я ни Пушкин, ни Крылов, не могу писать стихов. Говорю 4 слова. Учусь, живу и хочу быть здорова. Меня звать мама 1 мая родила, Тома назвала. Тома назвала? А я Тома, Тома, а Тамар газет. Все поумирали, я не могу сдохнуть. А думаю, нет, ничего. Живи, 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 живи. Я вообще решила вечно жить. Одессу люблю, вот сюда ходила и сюда ходила кругом, со всей Одессе ходила, а теперь меня там ругали, и ты меня взял сейчас, что-то рассказал серьезное. 1 число. Первое. Я первая человек у мамы, 3-я дочка. Мама 20 абортов сделала, сама брать в гинеколог. А я только одного родила, незаконно родила, он мне сейчас помогает. Приходит. Поставил кулек, или он, или сын, и я гречку не доела, иду гамкую, гамкую, прихожу, докушаю, чтобы быть здоровой. Вот сын у тебя, он мне загорел, белая рука. Ты после маслом помажешь, так полежу на солнце, и рука стоит, как у негра. Загорит. Хороший совет. Иду помаленько. Давай, Тома, иди по-маленькому. А надо, мне удобно. Значит... И шла одна машина, все до кости. Пришла, разделся, еще с курточка и юбочка, и гуглы. Сама буду по-маленькому. И никто не будет знать, что я делала. Ну, конечно, Тома. Так, люди относительно не могут быть. Вот написано там, без курочки и лёс. Из колодца вода, а это из крана. А я на одном земле лежала, мама, еще на подъехали, отдыхали, я не могу сдохнуть. А я только думаю, что мне сын сынок, и не мне едет. Если мне плохо, если я сына не сдохну, родина не родила, он мне расписался, папа умер, а я еще не сдохла. Так сын своего сына присылает уже сейчас, а то сам приходил. Открой двери и поставит, и я хлопаю, ромяю, все на щепо. Мужчина там замечание сделал, я такой, а я говорю, знаешь, что ты меня не гони, я люблю пока не помягкости. Если я бы молчал, я бы с ума сошла. А так, сойти с ума на мозги иметь, а где-то мозги отдохнуть. Нигде не отдохнуть, свои надо иметь. А я юмор, шутка. Иду и танцую, и пою, и говорю, вам желаю точно себе здоровья. Давай, счастливо. Удачи. Извините за болтовню. Нормально, все хорошо. Я желаю вам анекдоты. Спасибо. Я не Пушкин, ни Крылов, не могу. Ох, дорого, не может быть. Хорошо. Вперед, в горле спасибо, надо Томочка. Попить. Спасибо, удачи.